Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Deep Loot. Так. По башке, да, плыви, типа. Что мы тут должны делать? Так, ага, плыть, наверное, как можно ниже, насколько я могу понимать. А, вот мы еще что можем делать. Мы можем бурить, смотри. Так, тихо. Не нравится мне. А в бок, например, могу я? Конечно, могу. Опять не на русском все. Так, это что мы? Это мы нашли какой-то металлолом. Мне нравится музыка в этой игре. Шедевральная. Сразу вспоминаем Дэнди. Deep Loot. Ну, насколько я могу понимать, это получается подводный лут. Деньги нашли. Так, а у... воздух танка. Так, а где мне, например, там этот воздух-то находить? Давай, плыви сюда. Вон там, смотри. Это сейчас кончится у меня воздух? Все, ребят, я понял. Он всплывает. Новое достижение я получаю. 500 опыта. Так, 255 денег я собрал. Go Shop. Ага, вот оно что. Это вот я. Android Bot. Можно экипировать. Этого купить нужно. Хорошо, пускай будет Android. Это у нас кораблики. О, нифига себе, тут партибот. Берем. Ага, это у нас апгрейд. Это у нас, получается, кислород. 5000 стоит. Ох, нет, это дорого для меня сейчас. Ключики. Это тоже все на покупку, да, идет? А это лут-коллекция. Нет у меня здесь ничего. 0 из 25 написано. Ну что, друзья мои. Меня, короче, сбросили опять под воду. Слушай, здесь можно как-то перенаправить именно управление? О! Так, я что-то нашел, не знаю, полезное, не полезное. Так, пойдем-ка мы отсюда тут. Да куда ж ты? О, смотри, тут. То есть, мне кажется, наша цель здесь продвигаться как можно дальше, глубже. Смотри-ка, там ракушка какая-то лежит. Что будет, если я, например... Опа. Понял? Жемчужину... Короче, мы деньги с тобой собираем, одним словом. Кислород кончается. Да он тут как-то... О, металлолом или что это такое, не знаю. Все, всплываем. Сколько по итогу получаем? Ага. Умножение купить хочешь? Нет. Не хочу. Итого 1770. Ну это, друзья, ну, никуда не годится. А что вот нужно для того, чтобы вот новые костюмчики купить? Ценника не написано. А, 5000. Все по 5000, короче. Надувная лодочка зачем она нужна? Не знаю. Ну что, значит, поплыли опять. И там, видишь, там еще, кстати... Давай, толкай нас. Палкой, главное, по... Палкой по башке. О, сундук вижу. Да давай ты... Ну что ты... Раз выкопал, забери.
Ну. Ракушка. Давай, 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 давай. Так, ну 2000 мы уже насобирали здесь, кстати. Ай! Сундук! Атаковать? Есть! Да блин, я не успел золотые мешочки-то собрать, твою налево. Значит, рыбок мы все-таки можем атаковать. Но надо быть сверху. Так, я поплыл еще. Меня не устраивает такой расклад. Давай, давай. Что тут у нас? Это бомби. Это тоже бомби. Так, мы выполнили определенную какую-то... ну, ачивку, я так понимаю. Дай-ка попробую вот так вот. Есть. Есть. И сундук. А монетки? Кто будет собирать? Давай здесь доплывем. Ага. Что там? Так он тоже, он оказывается тоже что ли по мне стрелял или что? Я так не понял. Миссию-то одну я выполнил. Но меня не устраивает выполнение. Нас выгнали. Но теперь, по крайней мере, я все, с каждым разом все больше и больше начинаю разбираться в игре. О! Это я забрал. Да, он по мне стреляет, но... Здесь ничего нету. Это не обязательно, конечно, было ломать. Да зачем ты это ломаешь? Поплыли. Да поплыли, я тебе говорю, что ты ломки эти занимаешься. Так, подожди. Чем ниже я спускаюсь, тем быстрее у меня заканчивается кислород. Вот что ли, я так понимаю. Сколько я насобирал монет, интересно? Давай глянем. 2940, ну это... Это капли, это крохи. Понимаешь? Плывем, сундук. Дай-ка вот здесь вот. Давай, 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 пробивай ты. Так, металлолом этот. Ключ нашел какой-то. Поднимись ты. Ну вот опять та же самая песня. Я не могу понять, почему у меня зарубит, это там быстро так заканчивается. То, что я сундук открыл, ну и что? Ну открыл и сундук. Из-за этого надо у меня быстро так отнимать кислород? Лодку надо прокачивать. Ну что это, ребят, за кислород? Что так быстро заканчивается? Ну зачем ты ломаешь? Я же тебе не давал команды ломать, блин. Вот здесь ломай. Так, подожди, плыви сюда. Ай, дрон, а. Жемчужину нашли. Все-таки атакуют они все-таки. Вот что я хочу сказать. Рыбы, они атакуют. Ну вот смотри. Короче, ребята, чем глубже я опускаюсь, тем быстрее заканчивается кислород. Вот что. Вот что я заметил. Хорошо, давай тогда подумаем, а где мы можем вообще тут, ну как бы это объяснить, кислород улучшить. И, кстати, за каждое бурение тоже отнимают у нас
мы бурим, и у нас снимается кислород за это, прикинь. Ну-ка. Всего лишь по 50. Ого. Да, я понял, что кислород. Нифига, я тут подводную лодку какую-то надыбал, нашел. Такой, палочки такой тыкает, ты что? Типа, чего ты там не падаешь? Опа, это что такое? Какой-то старый корабль. Давай, уничтожи этого краба. О, сундук еще тут наверху. Типа кислород заканчивается. Все, закончился. Слушай, ну здесь нормально, вот тут полутали мы хорошо уже. Скоро, кстати, на покупку нам хватит. Сколько в обществе? О! О! Апгрейд. Ребята, ну что, я, наверное, возьму кислорода баллон. Так, а это у нас Мегапро. Мегапро кислородный баллон. Кстати, у нас еще и гарпун электрический можно здесь, оказывается, покупать. Помимо того, что бурильный станок еще будет. Понял? Вот так вот, а ты думал, что? Сейчас посмотрим, насколько у меня больше кислорода стало. Давай, толкай меня по башке. Так, те рыбы... Ох ты! Ничего себе! Мы нашли... Как бы тебе сказать это? Кости от какого-то доисторического... Ну тут полтишок всего лишь. Слушай, ну ощутимо больше, ребята, ощутимо больше кислорода. Что не говори. По сравнению с тем, что было раньше и что сейчас, это, извини меня, небо и земля. Такс, прикинь, мне тыщенку накинули за анчивку. Что, кислород? Ну я понял. А, там сундук, смотри, какой сундук был шикарный. Я успел подобрать 50 и 75, 120. Итого 680. Плюс, не забывай, что мы до этого нашли. То есть 1850. 1850, ну 2000 считай. Так, а вот тут у нас, я так понимаю, ну, стоят эти, стоят определенные задачи, да? Там проплыть там столько-то метров. Посетить такую-то глубину. То есть, опа, сразу же. Сразу же лут. Так. Слитки 50, 50 и 150. Так, вот это вот. Ну, это всего 30. Это, конечно, смех. Что? Атаковал этого... ну, ты понял. Атаковал и победил. Ух ты, баночка. Что за баночка? Дорогой Уинстон, у меня для тебя плохие новости, Джулия. Почему для меня плохие новости? Ну давай. 50. А краб даже достать до нас не мог. Мы его издалека бомбанули. Так. Ну что, сколько? Ну смотри,
1200. Плюс у нас еще 2000 было, то есть 3200. Нам не хватает еще чуть-чуть до приобретения, я не знаю. Посмотрим там, что лучше взять. Может быть, бурильный этот. Может, бур возьмем новый, да? Или еще что-нибудь. Там уже определить. О! Так, жемчужина. Ну, жемчужина нам дает полтинничек всего лишь. Да отойди ты, блин, краб несчастный, а. Вот сам нарывается на меня. Ну еще и атакует, посмотри. Да уплыви ты от него. Ты не видишь, что ли, он бьет, у нас кислород уменьшается. Вот рыба ничего не может в ответ нам сделать. Ну и стоило оно того уничтожать ее. Нет, конечно. 70, 70 и 50. Давай, 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 ниже, ниже нужно. Да я вижу, что кислород кончается. О, медуза тут прибыла. Открывай. Еще 50. Так, ну что, друзья, 4000, я так понимаю, монет уже насобирали. 4000. Нужно еще тыщенку. Кровь из носу тыщенка нам нужна. О, да, ну ладно, фиг с ним. Не, надо будет, наверное, этот взять, улучшенный. Оп. То есть эту медузу мы сразу наказываем, да, вот эту. Она легкая, да. Она с одного удара падает. Да отойди ты отсюда. Стоит тут, кружится над душой. А краб, блин, атакует. Ты посмотри, а. Уходим, уходим, говорю. Ну что ты тупишь-то, блин? Говорю, пошли, блин. Какой ты дурной, а. Говорю, побежали. Нет, стоит, лыбится. О, во-во-во, сундук. Что там выпало, не вижу, ни шиша. Так, ну почти, ребята, 1000, давай посмотрим, хватает мне или нет. Go shop. Yeah. Сколько? 25 тысяч, чтобы... Да. 25 тысяч. А вот это что такое, а? А, кислородные баллоны. Кислородные баллоны, ключи. Так, смотрим, разница. Ну, конечно, ребята, тут 10. Зато атака минус 10%. Он всего 1000 стоит, кстати. Воздух 11%, защита минус 11%, атаки 0. А вот этот прекрасный чувак. Подводный ниндзя. 20 тысяч. Фига тут. Кутху. Какой-то Бен. Монашка. Оксфорд Outfit. Кораблик. Пятнарик стоит этот кораблик, друзья мои. Ха-ха. Пятнарик это дофига. Ну давай тогда возьмем, наверное. Так, 2, 5. 12% воздуха, защиты мало. Ать, 6 тысяч стоит. Слушай, ну. А что, атаки 0 вообще атаковать не может? Королева. Куинни. Давай, наверное, вот этого купим. Hello, мистер... Чё там, мистер Фэнси? Все, я поплыл. Я, друзья, поплыл. Давай, заныриваем. Бульк по башке. Не нравится, как он по башке получает.
Сразу пробуривает вот все. Не надо бурить. А это... Ух ты. А эта рыба еще, оказывается, преследует меня. Все, она допреследовалась. Я ее дубасил. Так. Твою налево. Так, я вижу какую-то банку. Банка. Следующее у нас тут пожелание или как он там? Дорогой Винстон. Я... В темноте что-то непонятно. Она где-то, где, короче, не знает где. Так, всплыви. Давай ты... Вижу, 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 вижу. Ого. Все, кислород. Ой, это рыба, да? Ну, смотри, 1150. Друзья мои, 1150 я насобирал. Ну, вот как-то так, ребята. Вот такая вот игра. Плаваешь, развиваешься, собираешь лут. Поэтому называется подводный лут. Ну, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.